Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу вам показать, что в моей косметичке. Ну так, приступаем. У меня в ней, так сказать, тени, которые можно тенить или карандаш, которые можно и как тени, и как карандаш. Румяна. Они немножко как бы рассыпались, но это мне не мешает употреблять. Также у меня есть такая бледно-розовая помада. Она уже, правда, вот заканчивается. Вот. Есть еще у меня тени. От Фломар. Вот так они выглядят. Это вот когда-то была помадой, ну а теперь она мне помогает доставать со дна помаду, если помада заканчивается. Также тональный крем я использую Балет. Вы, наверное, интересовались, какую тоналку я употребляю. Вот. Он очень легкий, так сказать, легко наносится и неплотный, тонкий он, но также и скрывает все недостатки кожи, так сказать. И совсем не нужно использовать плотный тональный крем, потому что потом морщины очень сильно подчеркивает он. Также у меня есть помада Golden Rose фирма. Вот такая вот. Она на губах такая немножко светло-малиновая, так сказать, получается. Также есть от Avon у меня фиолетовая тушь. Вот. Розовая помада Art Deco фирма. Вот. Кисточка для румян. Впрочем, и для пудры тоже я использую. Также есть у меня блестящие серебристые такие тени. Они очень эффектно смотрятся вечером. Также есть у меня, она тоже когда-то была блеском, но закончился блеск, и я как бы начала употреблять ее так же, как и предыдущую, что я вам показывала. Достаю помаду или что-нибудь со дна, если мне нужно. Также у Avon тоже у меня есть вот тушь черная. Вот, ультра черная такая. Мне очень нравится фирма Avon. Рекомендую использовать. Вот. Есть еще вот такие вот жидкие тени. Вот. Они, так сказать, лучше рекомендую их как бы мазать и сама мажу в зимний период, когда не течет все. Также у меня есть такая помада, она кажется коричневой, но когда мажешь, она не совсем коричневая. Вот. Также есть у меня черные тени. Вот.
Я не использую спонж для тонального крема. Мне больше нравится просто, так сказать, губочка от пудры. Пудра заканчивается, потом я вот ее использую. Протираю салфетками. Вот. Она очень удобна, кстати. Есть еще такая вот тоже от Flomar помада. Вот. То ли такая не то красная, не то. Вот. Есть еще вот фиолетовая. Также есть карандаш синий для глаз, естественно. Есть вот такая морского цвета, я бы не сказала, что зеленая, морского цвета вот такая тушь. Между, так сказать, голубым и зеленым оттенком. Вот. Есть еще вот зеленый карандаш. Также у меня есть еще и другой зеленый карандаш. Он посветлее. Они, в общем, одной фирмы. Я не знаю, какая это фирма. Есть вот еще у меня помада красная. Вот это яркая красная, такая светло-красная, ярко-красная. Вот. Есть еще вот. Она заканчивается, потому я вот как бы это. Вот. Она это темно-красная, которая сейчас на мне. Вот. Есть такой сиреневый карандашик. От Flomar, кажется, тоже. Вот это тоже от Flomar у меня. Такой синие с блестками. Есть еще тоже вот такого морского цвета карандаш. Это тоже Flomar фирма. Вот это лайнер у меня. Вот. Точилка, конечно же. Как же без нее? Вот эта кисточка. Мини-кисточка, так сказать, для бровей и ресниц, чтобы их расчесывать. А у меня раньше была тушь, к которой, так сказать, с одной стороны прилегалась. С одной стороны тушь была, с другой стороны как бы прилегалась. Вот эта кисточка тоже закончилась, а кисточка осталась. Также есть у меня еще тоже от Avon вот такие вот тени. Вот такая палитра теней. От Avon тоже также есть у меня. Они уже заканчиваются, правда, они совсем так заметны, наверное, что там вообще есть. Но как бы они для бровей... тени, так сказать. Вот. Ну, я, во всяком случае, я так называю. Вот. Они темно-коричневые. Также есть у меня вот такая палитра вот теней. Вот. Она Ruby Rose фирма. Также есть вот у меня коричневые такие румяна. Такой а-ля загар. Есть вот еще тройная палитра, так сказать. Трехэтажная, так сказать. Вот. И вот так. Вот. Тоже румяна. И вот еще тени. Вот так вот. Очень удобно, я вообще люблю
палитры теней как можно побольше и вот как бы компактнее, чтобы было. Вот.